Привет, друзья, всем доброго дня. Смотрите, у нас зима. Зима сегодня 27 сентября, а у нас уже снега. Но он еще немного подтаял. Вчера он был практически по колено. Это вообще просто трэш. Смотрите, Фига. Деревья, как провисли листья под этим... под тяжестью мокрого снега. Вообще какой-то... Вон, смотри, здесь вообще все. Все лежит, все. Угу. Офигеть. Я вчера еще тоже начала видео, когда вот это вот все только началось. Сумасшествие. Его, наверное, прикреплю сюда. Первым. Опа. Или не стоит. Вон, что творится. Ты мусор, кстати, что, оставил? Блин, оставил. Твою же медь, а. Капец. А, Даньке скажем, унесет. Он унесет один. Че, он прям тяжелый такой? Ну, да, конечно, там полный мешок. Да он легкий, ты че? Офигеть, реально все деревья лежат. Мне так не нравится вот это вот все. Че, прямо? О, там. Зачем нам прямо-то ехать? Ну, не, я хотел около школы посмотреть, что там творится. Ну там-то что тебе смотреть? Поехали нам на работу ехать. Вообще ничего, выходить даже неохота на улицу, так зябко, мерзко. Дома так тепло, хорошо. Ага. Спим чисто под одной простынкой. Ох, теплынь дома, на улицу посмотришь, снег. Угу. И обратно на боковую. Ой. На Эльвинку там в ножку закинешь, обнимешь. Ой, как хорошо, да нафиг мне эта работа. Ай. Ну так-то смотри, красотень, да? Красивенько mm-hmm. так. Ну мы сегодня так хорошо поспали вообще. Ну. О, смотри, что. Так вот они упасть могут под тяжестью. Да, так легко, конечно. Этот Шурик. Шурик почему он булькает? В нем еще инструменты, потому что. Вот и лето прошло, как его не бывало. Но переобуваться-то еще рано, он еще растает. Конечно, еще и тепло. Вон провода все тоже провисли. О, нифига там дерево упало прям. Да? Ага. Охренеть, не встать. Да, это вообще что-то нечто. Что-то с чем-то. Природа сходит с ума, мир сходит с ума, все сходят с ума. Природа, глядя на нашу политику, на наших политических. Там, смотри, тоже. Нифига попадало это вот все. Офигеть. Так-то еще ветер же был. Кому ты опять-то? Да этот глухонемой. Смотри, вот типа глухонемой, да? Да все он шарит. Я ему пикнул, и он сразу оглянулся и помахал такой. Ой, бля. Вот тоже, бля, балабол. Хитрый жопой. Что-то заехать в машину нету. Чего? Помыть машину. Зачем? Заехать. Не надо, начальник. Надо в такую грязь ехать мыть ее, да, чтобы через 5 минут она снова была грязная. Что за бред? Не, ну там-то на трассе-то чисто. Ее надо мыть, во-первых, твой инструмент весь убирать и полностью мыть. А, внутри тоже хочешь. Давай тогда прогоним, чтобы с крыши у нас сугроб ушел. То на нас все так смотрят. У нас на крыше сугроб. Ну-ка поверни, я это покажу. Нет. Сугроб где-то 1,5 метра высота. Но автобус. Не, ну так-то красиво. Красиво. Мне нравится. Мне бы это нравилось, если бы это выпало бы и больше бы не таяло. Вот это было бы нормально. Прямо так вот все, да? То выпадет, растает, выпадет, растает, выпадет, растает.
смотри, там что-то поднимают. Там вышка какая-то. Вышку ставят? Ты что это? Зачем? Она там была или нет, я не помню вообще. А, была, была. Да? Это... Ну, видимо, там провода, наверное, нет, вчера у нас света не было на улице. Что-то здесь как-то лысо все стало, я даже не замечала, пока были деревья. Там что, вырубили, все, готовят под что-то? Ну, наверное, что-то делают, ну. Ну. У нас ведь и здесь хотят дорогу делать, вторую. Или что хотят здесь делать? Дома какие-то ставят. Лето прошло, как его не бывало. Че, командир, прямо или направо? Направо. Есть, гражданин начальник. Вот, слушайся и повинуйся. Есть, гражданин начальник. И не перечь никогда. Есть, гражданин начальник. Ох, мы 2 дня в бане просто парились. Позавчера и 2 дня назад, да? В субботу, в воскресенье мы парились. Прям 2 дня. И в воскресенье так... А, в воскресенье мы парились. Да. Телевизор тогда вытащили? Но. Вытащили в баню телевизор. Стол накрыли вдвоем. Баньку затопили, так вообще веничек запарили. Ванну воды набрали холодную. Да, бассейнчик себе сделали. Ой, как мы жарились, парились. Ой-ой-ой-ой-ой. И нахер нам никакие проблемы не нужны. А зачем? Не надо. Решайте их сами. Что ты там вытаскиваешь? Тебе какая разница? Сиди, ну-ка, заглядывай. Ну-ка, показывай. Я не покажу. Деньги поди прячешь от меня. В кармане шарю, рулетку достаю, она заглядывает быстрее. Что я там достану из кармана? Заначка поди, о которой я не знаю. Мы с тобой ходим, как Змей Горыныч, одно целое постоянно. И какие заначки? Заначки еще. То вдруг тебе понравится делать заначки. Надо на корню это пресекать. Похоже, у нас у одних такая машина, на нас все это едут и смотрят, что у нас наверху сугроб. На это. Крыша тут нет, хоть не провалится. Да нет, еще. Здесь нормальный, как бы это. Здесь можно ногами на крышу встать, да? И потанцевать еще. Классно. На заправку заехать. Блин, надо еще омыватель в бачок купить. Вот что. Бачок для фар. Ну, тут уже очередь. А что у нас на Шанхае это не работает? Шинник-то. Слушай, не шинка-монтажка. А нафига они меняют? Ну, типа, все, снег выпал. Дорога так-то не скользкая. Это вчера вот весь день вообще падал снег. И было как бы опасновато. Вчера вообще весь день. Вот позавчера как начался дождь, так он всю ночь шел. Утром он уже такие с этими, с хлопьями снега вперемешку. А потом после обеда уже и все, тупо снег. Все. Сейчас мы, короче, с крыши все сдувать будем.
как это делается, как убирается снег с машины. Сейчас, ребятки, я вам покажу. Все, разгоняешь машину до 120, хотя бы, ну, вот такой маленький участок нам хватит, чтобы разогнать. Все, вон сзади я уже вижу, весь летит. Все, и разгоняйся сквозь вот контакт. 110, ребятки, но жена у меня запаниковала. Mm-hmm. Можно было еще до 160. Mm-hmm. В поворот давай в 200 зайти, вообще будет круто. Все, вот почистили мы машинку. Обняли. Ой, так, что я хотела-то? Короче, если сейчас закончится видео резко, значит, у меня села бата. Просто кто-то вчера вытащил его с зарядки и бросил. Не буду показывать пальцем, кто это. Серьезно? Я, ты, да? Конечно, телевизор включил. Угу. Вот и лето прошло, как его не бывало. Слушай, что ты натопил вообще? Да? Дышать нечего. Все, так. Давай. Не будем мы себя снимать, нашу рожу уже надоели. Ага, всем. Да, мы еще и такие, это, представляете, вот с недельного запою вы еще порадуетесь за нас, жена с фингалом, у меня все лицо исцарапанное, ну, об голову бутылку разбили, две, так что не надо на нас смотреть, не надо вам радоваться так яро. Так, это да, это там на стороне. Сами про себя тихо, молча, а то еще писать. Ну, можете комментарии написать. Там что, где у меня промик еще нету? Так что вот такие вот. Так, у меня вообще, мне даже одевать нечего, блин. Растолстело, ничего не застегивается. Надо поширше что-то брать. Поширше. Не, реально, у меня есть что-нибудь? А, конечно, у меня есть еще, блин, сочиняю уже. Вот Вовке надо куртку взять. Даньке куртку купили. Даньке надо шапку сейчас. Вовке тоже надо другую шапку. Угу. Беленькую. А у тебя что? Мне-то и не надо. Ну и ладно. Походишь в фуфайке своей. Конечно, мне в партизанах-то что, какая разница? Можно и в фуфайке бегать по лесам-то. О, нифига себе, видела? Нифига, сосулька упала, офигеть. Аси, на голову, она так-то не маленькая. Не, ладно, на голову, хрен с ней. В смысле, ладно, на голову? Она машину, помнет машину. Так что, все равно у нас это, народу-то много, плюс-минус один, что. Все пушечное мясо. Ох, всех вокруг забирают, слышно, там тот собирается, слышно, там 29-го, сегодня какое число? 27-го. 28-го, тот человек едет, из числа родственников моих забрали, из родственников моей жены забрали. Я еще никого не забрали. Ну, уже на готове, с повесткой сидит. А я вот так и знал, ребята. Вот так и знал. У меня миссия маленечко другая. Все вот мужики, как мужики. Ну ладно, что, смирюсь уже. Меня, короче, оставляют демографию поднимать, повышать здесь. Мне сразу же сказали: Олег, вот у тебя план такой-то, мы тех забираем. Все соседки в первую очередь твои.
Размечтался. Ой, ну так уж и быть. Так и быть. Буду поднимать демографию. Будут такие же умные, рукастые, чистокровные арийцы, голубоглазые. Ой, красавцы будут. Ну ладно, уговорили. Да? Угу. Что-то дети у тебя кареглазые. Ну это потому что они глазами-то, цвет глаз, как у тебя. Вот я уже приметил, кто первое родит. Кто? Ну, знаешь. Знаешь. Ладно, мечтать не вредно. А сейчас еще государство-то, это, надбавка там, это, детского пособия-то. Подняли детское пособие. За четвертого, за третьего будут платить. За четвертого еще сколько-то. За пятого. Ну, в итоге я богатый буду. Так, на заправочку заехать. Ты уже говорил об этом. Потому что она, вот она уже близко. Ну так заезжай, в чем проблема-то, зачем это все озвучивать? Ты, слышишь? Да я снег уберу с крыши. Ты его убрал уже? Там такие глыбы падают. Да ты зачем там сзади машины ведь ездят? Так он специально отстал, чтобы они это... Будешь потом платить ремонт, бля. Ну, с чего это я заплатил-то? Со всего. Ну, нет, конечно. Я бы на тебя в суд подала. Так надо же еще доказать. А что доказывать? У тебя лежит, летит с крыши. Что тут доказывать? Ну, блин, а где видео? Уж вон регистратор есть. Да не у всех сейчас регистраторы. Ладно, все, подъезжаем мы к заправке. Угу. Увидимся позже. Муа, муа, муа.